Фестиваль на спорте включает в себя образовательную часть и всероссийский финал чемпионата АССК России по 5 видам спорта. Волейбол 4 на 4, баскетбол 3 на 3, футбол 5 на 5, настольный теннис и шахматы. Участниками финала стали победители внутривузовских и региональных этапов программы. Я верю в себя, в свою вот команду и очень хочу получить опыт и незабываемые эмоции вообще от этого фестиваля. Борьба, упорство. Ну, я тут уже третий год подряд, поэтому как бы мне немножко проще, я опытнее как бы вот в этом плане. Лучшие спортсмены получат путевки на международный студенческий турнир. Это спартакиада союзного государства совместно с Республикой Беларусь, которая пройдет также в Анапе в октябре этого года. В масштабах всей страны это будет делать большое дело, потому что действительно здесь, я говорю, рождается или зарождается, в общем-то, наше будущее. Помимо спортивных соревнований, фестиваль на спорте включает в себя программу АССК ПРО. Проект направлен на подготовку спортивных менеджеров и спортивных журналистов. Главные отличительные черты всероссийского фестиваля – возможность реализовать себя для спортсменов-любителей и студенческое самоуправление. Чемпионат – это тоже идея студентов. То есть они также у нас работают в ассоциации, да, в клубах. Вот. И они сами определяют и регламент проведения, и то, как это будет. То есть ассоциация дает возможность делать то, что хотят сами же студенты. Вот что они хотят, мы пытаемся это сделать. То есть такую дорожную карту проложить, дорогу для них.